जय राधा माधव कुंजा बे हरे जय राधा। जय राधा माधव कुंजा बे हरे गोपी जन बंदा गिरिवर धरे जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरे जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चाहे यमुना तीरा बन चाहे जय राधा माधव कुंजाबी हरे जय राधा माधव कुंजाबी हरे Нитай Гаур Премананди. Джай Вишнупад, Парамахамса Приврадхи, Качарья Статрашата, Шишиматри Занька, Свами Абхай, Чарана Равина Бхактивиданта, Свами Шрила Прабхупада Кидай. Искон Гуру Вринда Кидай, Самавета Бхакта Вринда Кидай, Грантарат Шримад Бхагаватам Кидай, вся слава собравшимся преданным, вся слава Шри Гуру и Шри Гуранги. Ом Агьянте Мирандаса Гнандана Шалакая Чакшуран Миритам Янатас Майши Гурави Намаха Шри Чайтанна Мано Биштам Стапитам Йена Бхатаре Свайам Рупа Кадам Хайам Данати Свам Падантикам Ванчакал Патару Бьяшча Крипа Синту Бевача Пачитанам Паване Пьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Брама Нитянанда Сиадвайта Градхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе Бхутай Махатпирема Прави Бруни Вайкшати Адамуша Пуруша Бхунктая Гудам Садаса Садаса Дмакайлан Кришишта Бхагаван Мачам Симей Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Кришна. Мы продолжаем читать четвертую песню Шримад Бхагаватам, 18 глава. Притху Махарадж доит землю. 15 текст. Критва ватсам сурагана
Kritvāvatsam suraganā Indram samam adūduhan Indram samam adūduhan Hiranmayena patrina Hiranmayena patrina Viryamaja balampaya Viryamaja balampaya Kritva vatsam suragana Indram sama madudahan Hiranmayena patrina Viryamaja balampaya Рост. Матаджи есть желающий. Критовать сам сурагана. Критва, обратив, батсам в теленка. Сурагана, полубоги, Индрам, Индру, царя небес, Сомам, нектар, Адудухан, надоили, Хиранмаена, в золотой, Патрена, сосуд, Бирьям, силу мысли, Оджаха, силу чувств, балам, физическую силу, пая, молоко. Перевод и комментарий о божественной милости Абая Чарана Равина Бхактивиданты с вами, Шрила Прабхупада Кияй. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдоили из земли нектарный напиток Сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Комментарий. В этом стихе слово «сома» означает «нектар». Сома – это напиток, изготовленный, изготовляемый на всех райских планетах, начиная с Луны и вплоть до владения полубогов в высших планетных системах. Этот напиток придает полубогам остроту ума, освежает их чувства и делает их тела сильными и выносливыми. Слова «Хиранмаена Патрина» указывают на то, что сома – это необычный спиртной напиток. Полубоги не притрагиваются к алкоголю, в то же время сому нельзя назвать и лекарством. Это особый напиток, который доступен только на райских планетах. Он не имеет ничего общего со спиртными напитками, которые предназначены для демоничных людей – о чем будет сказано в следующем стихе. Критпаватсам сурагана индрам сумам адудухан хиранмаена патрина бирьямаджавалампая. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдали из земли нектарный напиток сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. В этой главе рассказывается, каким образом каждый, благодаря Притху Махараджу, получал от земли то, что хотел. Земля считается одной из матерей, и поэтому она дает все необходимое. Мы можем понять, да, что все находится в земле, включая тела, которыми мы пользуемся, также состоят из элементов земли.
и все принимает прибежище у земли, земля дает питание. И говорится, что Сома Бутвара Сатмакам Бхагавадгите объясняется, что благодаря лунному свету земля дает особую питательную энергию всему, что произрастает на ней. И здесь описывается, как полубоги непосредственно выдаивали из земли вот этот самый нектар, да, который дает питание, силу, энергию. Ну, то есть вот та суть всех продуктов, которая дает нам энергию, силу, да, этот вот как раз-таки сома. И полубоги выдаили из земли сому в чистом виде. И Шрила Прабхупада объясняет, что на всех райских планетах пьют этот напиток сому, нектар. Ну, то есть полубоги, они самое лучшее, да, самым лучшим пользуются в силу своего благочестия. И благодаря этому нектару они обрели силу мысли, силу чувств, физическую силу. И Шрила Прабхупада объясняет, что сома – это не какой-то спиртной напиток и даже не лекарство. То есть это вот как раз суть. Хотя говорится, что сома оказывает опьяняющее воздействие, но в то же самое время это не спиртной напиток, да? Вот очень интересно. На райских планетах можно пить такой напиток сому, и проблем не будет, да? Ни с печенью, ни с координацией движения, никаких других проблем, которые здесь, да, из-за спиртных напитков. И да, потому что полубоги, они не притронулись бы к алкоголю какому-то. Да, алкоголь что такое? Это перегной, да? То есть это гниль там в какой-то степени. Да, и вот это то, чем люди пытаются наслаждаться на этой планете. За неимением ничего лучшего. Гноем пытаются наслаждаться. Вот. Еще и продают его за деньги. Еще и рекламируют. Да. Наш гной лучше, чем там у кого-то другого, да. Водка. И тухлятины надо закусить, да, какой-нибудь. Обязательно. То есть весьма прискорбное положение жителей Земли. Но полубоги наслаждаются всеми чувственными наслаждениями, которые намного сильнее, чем наслаждения, которые доступны на Земле. И к тому же они не несут каких-то негативных последствий. Например, полубоги, говорится, они не зарабатывают карму. Да? Они находятся на райских планетах, и они просто расходуют запас благочестия, который они получили. Точно так же на адских планетах никто не зарабатывает карму. Там все страдают от последствий своих грехов. Вот. И только на земле можно карму заработать. Да, здесь. Сюда все на заработки приезжают. Вот, и уже кто чего зарабатывает. И, соответственно, почему полубоги могут наслаждаться практически беспрепятственно и не страдать? Кто знает? Потому что они преданные. И Кришна хочет, чтобы у преданных все было хорошо, да? Но, к сожалению, полубоги – это такие преданные, у которых все равно есть материальное желание, поэтому, несмотря на то, что они могут какое-то время наслаждаться без всяких последствий, но это все заканчивается в какой-то момент, да?
И они снова отправляются на заработки на грешную землю. И для нас важен сам принцип наслаждения, потому что Ананда Майо Бьясад, каждый из нас, будучи частицей Кришны, очень склонен к наслаждениям, но только лишь в сознании Кришны мы можем наслаждаться без всяких последствий, да? И это именно то, благодаря чему те, кто соприкасаются с этим движением, могут запросто отказаться от материальных чувственных наслаждений, потому что парамдриштуанивартате, да? Кто уж будет, ну, с какой стати кто-то будет питаться дохлятиной, если есть замечательный просад, да? Зачем нужно пить какой-то гной дистиллированный, да? Если есть чаринамрита, например, да? Уж если очень хочется испытать эйфорическое состояние, пожалуйста, да? Как-то, если кому-то что-то взгрустнулось, да, в сознании Кришны, можно стаканчик чаринамриты залить, просадом закусить, и сразу станет весело. Вот. И так далее. То есть все виды чувственных наслаждений на самом высоком уровне доступны для преданных. Да? Точно так же, как для полубогов доступны. Доступен самый нектар, да? Суть нектара от земли. И поэтому преданные, да, по аналогии, да, здесь говорится, что полубоги благодаря Индре смогли извлечь нектар из земли, которым они наслаждались. И преданные благодаря Господу Чайтанье, да, извлекают нектар из века Кали. Век Кали – это такой век, который нектар не светит никому, да, только яд, только проблемы. Но, тем не менее, благодаря Господу Чайтанье, по милости Господа Чайтанье, даже олицетворение Кали вынужден заниматься служением Господу, да. И вынужден даровать нектар, даже, может быть, против своего желания. Очень интересно, как это происходит. Вчера мы общались с Нирмал Канти Брабху, руководитель пищи жизни. И мы говорили об одном нашем самом дорогом друге и благожелателе, причем не лично нашем, а вообще всего движение сознания Кришны в России. Вот, зовут его Александр Леонидович Дворкин. Что благодаря этому человеку, ну, то есть, движение сознания Кришны в России набирает силу и становится популярным далеко за пределами страны, да? Как, например, благодаря суду над Бхагавад-гитой, которую он инициировал. А Бхагавад-гите Шрила Прабхупады узнали, ну вот я в то время, когда этот суд шел, я был в Японии, в Австралии, в Америке, везде все газеты писали про суд над Бхагавад-гитой, про Шрила Прабхупаду, про движение сознания Кришны и так далее. Я при этом сказал, ну этого человека надо наградить какой-нибудь особой такой наградой, да? За популяризацию, то есть, ну кто еще вот такой вклад внес в распространение движения по всему миру? Кто еще вот из преданных может что-то сделать такое, чтобы вообще все газеты по всему миру писали о сознании Кришны, да? Причем позитивную информацию, да? Вот, то есть, такой специалист по черному пиару. И Нирмал Канти вспомнил знаменитый случай в храме Христа Спасителя, когда он приехал с апельсинами, там собрались там
как минимум 1000 там детей и инвалидов, которым должны были раздать эти апельсины прямо в храме. И как Дворкин, он бегал и кричал: «Не берите эти апельсины, у них в каждом апельсине Кришна!» Насколько велика вера этого человека, да? И когда ему сказали: «Ну какая проблема, Кришна там в апельсинах, ну пускай батюшка очистит крестным знамением». И он кричал: «У них Кришна там так засел, что его даже крестное знамение не берет». Вот и так далее. И он рассказал, что благодаря, ну, вот этой акции, ну то есть, ну просто бы раздали там апельсины, да, детям. Но многие ли бы узнали, да? А так, благодаря вот Александру Леонидовичу, 1000 людей, причем христиан, они там извинялись прямо, ну, в интернете писали письма: «Да простите, пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что христианство именно такое, это просто, ну, как бы, да, что семейное положение в христианской семье Александра Леонидовича – урод». Прости, Господи. Все-таки он уполномоченная личность. То есть, как бы, ну, без особых полномочий вообще, да? А? Однозначно, да. Без особых полномочий, но с такой решимостью, с таким шакти человек просто не может действовать, да. И смотрите, какие замечательные результаты. То есть, вот, милость Господа Чайтанья, да? Что несмотря на то, что сейчас Кали-Юга и столько много проблем, но даже вот такие, как бы, да, препятствия, которые пытаются кто-то чинить, они оборачиваются нектаром. Они помогают в распространении движения, да? Вот. И все это происходит по милости Господа Чайтаньи, поэтому преданные, несмотря на Кали-Югу, они наслаждаются нектаром сознания Кришны, да? И для преданных чем хуже, тем лучше, да? Сколько, ну, то есть, например, смотрите, если никто не будет противодействовать, да, как-то совсем неинтересно станет, скучно, да? Да, все уснут, да, все можно, да? Вот, а так в свое время, ну, тоже сознание Кришны, оно особо сильно никого не интересовало на серьезном уровне. А вот как только начались преследования со стороны советской власти, да, сознание Кришны сразу же, ну, дошло до того, что президент Соединенных Штатов Рейган, он выступил в защиту, да, преданных. Он с Горбачевым провел переговоры, чтобы преданных освободили из тюрем. Вот, то есть по всему миру шли кампании в защиту советских кришнаитов. Вот. И, ну, соответственно, весь западный мир преисполнился симпатии к сознанию Кришны, потому что, ну, вот, стандартная психология, как работает, что враг моего врага мой друг. Да? Хотя кришнаиты вроде, ну, ничего из себя не представляли, но просто потому что они подвергались преследованиям, они стали очень дороги всему западному миру. Вот, и так далее. То есть мы можем видеть, что даже Кали способствует развитию движения Санкиртаны. Поэтому, что касается преданных, да, сознания Кришны, то для них, как это Господь Чайтанья говорит, Пратипадам пурна амрита сваданам, да, что на каждом шагу нектар, да? То есть, или на каждом шагу мы встречаем какие-то вдохновляющие вещи, да? Например, преданных, которые замечательное служение совершают, или какие-то другие позитивные моменты, да? Например, какие-то благочестивые люди, которые присоединяются к нашим усилиям и поддерживают наше движение, да, и
в силу развития движения таких людей становится все больше и больше, да? Как в Лос-Анджелесе преданные мне рассказали об одном лидере одной духовной группы, очень популярном, ну, очень харизматичная личность, явно с райских планет пришел. То есть, потому что, ну, обычный человек, у него не может быть такой шакти. А в Лос-Анджелесе, где все видели, и где никого ничем не удивишь, где там Голливуд под боком, да, с Диснейлендом, вот, где там, ну, столько много всепланетных знаменитостей находится, да, звезды вообще во всех областях достижения человеческой деятельности, и на его лекции собирается по воскресеньям до 10 тысяч человек. Это было, сейчас, наверное, еще больше. Да. Ну и там много всего интересного у него происходит, но все говорят, мы на него приезжаем, вот буквально там какие-то 15-20 минут, ну так, короткую лекцию даст, потом еще что-то прокомментирует, чисто ради общения с ним все съезжаются. Вот, и, ну, это, хотя он христианин, но он очень аскетичный человек, следует очень строго всем регулирующим принципам, даже не вегетарианец, а веган, и он очень строго следует духовной практике, вместе со своей женой куда-то там едет в какие-то святые места в Бразилии, где-то там какие-то горы святые, и там они в медитации погружаются, там где-то в пещерах сидят, не знаю, потом спускаются с таким шакти, там все сбегаются, да, их послушать. Вот, ну, действительно, там посмотришь просто олицетворение харизмы, оба, и муж, и жена. Вот. Ну, то есть, вообще все таланты, которые только могут быть в человеке, да, и писатели, и музыканты, и певцы, и ораторы, и так далее, и так далее. И он очень открытый человек ко всем традициям, то есть он поддерживает любые традиции, и поэтому на своей территории, у него там громадная территория в центре Лос-Анджелеса, и там любые духовные организации могут свои какие-то столики ставить и проповедовать. Ну, потому что он собирает уже людей, изначально заинтересованных в чем-то духовном. Ну, и преданные к нему пришли, также говорят, что можно вот столик поставить. Он говорит, да зачем вам столик? Возьмите свои книги и идите по всей территории, подходите ко всем, вы же так делаете на улице. Просто вот здесь ходите по всей территории и всем книги свои распространяйте, проповедуйте. И мне даже деньги никакие не нужны, это мое служение Кришне. Вот. И преданные начались, ну, как-то вот с ним отношения строить близкие. Потом он говорит, что я хочу что-то еще для Кришны сделать. И он организовал День Кришны. Вот каждый год у него один день – это День Кришны в церкви. И там преданные приезжают, проповедуют. И, соответственно, он еще закачивает своей харизмой, то есть еще добавляет жару. И потом в конце говорит, ну вот, все, давайте, для служения Кришне жертвуйте щедро, все. Ну и там, представляете, 10 тысяч человек что-то дадут там уже. И он раз, эти деньги все преданным, да. И говорит, вот мое служение, мой вклад в служение Кришне. То есть, ну вот такие, да, вроде как, ну, официально не преданный как ИСККОН, да, не член нашего движения, но такой друг, что он делает намного больше, чем некоторые преданные, да? Готов поддерживать. И таких людей все больше и больше появляется. Да? Благодаря движению Господа Чайтанья сознание очищается, и у нас появляется все больше друзей, сторонников, соратников и так далее, и так далее. И поэтому мы можем делать, ну, какие-то очень масштабные, да, вещи все больше и больше. И это с одной стороны, а те, кто
пытаются палки в колеса движению ставить, да. По сути дела, они тоже помогают. Поэтому сплошной нектар. То есть видно, что Господь Чайтанья, он так целенаправленно ощущает программу развития сознания Кришны. Почему? Потому что так или иначе люди, несмотря ни на что, чувствуют, что это движение дает то, что все ищут. Да? Это любовь к Богу. И сегодня у нас день явления Гададхара Пандита, который является воплощением Шримати Радарани в Панчататве. Вот. И который является таким уникальным совершенно примером чистой преданности, ну, поскольку самая чистая из всех преданных – это Шримати Радарани, да, и поэтому Гададхар Пандит также проявлял чистую преданность Господу. И в чем она заключается? В том, что преданный готов всем пожертвовать ради удовлетворения Кришны. Да, и вот Гададхар Пандит с 13 лет, с тех пор, как он переехал на Вадвипу, он постоянно сопровождал Господа, постоянно служил ему. Они были даже одногодками, они даже были очень похожи, но не случайно, да, что Господь Чайтанья – это Кришна в настроении Радарани, а Гададхар – это олицетворение Радарани. И он постоянно очень смиренно служил ему. Он отправился за Господом Чайтанья в Джаганнатхапури. И там Господь Чайтанья подарил ему божество, которое он нашел, Тота Гопинатх. Да? Очень древнее божество Кришны. И Гададхар Пандит принял обет кшетра саньясы, что он не будет никуда уезжать, и он будет служить Тота Гопинатхе до конца жизни. Но когда Господь Чайтанья решил пойти в паломничество, Гададхар Пандит сказал, что я пойду с тобой. Да? И Господь Чайтанья сказал, ну ты уже дал обет, ты не можешь просто так уйти. А Гададхар Пандит сказал, что меня не интересуют обеты, я могу нарушить свой обет ради общения с тобой. И несмотря на запрет Господа Чайтанья, он пошел за ним. Господь Чайтанья сказал, я тебя запрещаю, то есть ты не можешь идти со мной. Гададхар Пандит сказал, ну хорошо, не могу идти с тобой, я сам пойду в паломничество. То есть я иду не потому, что ты идешь, я иду потому, что я сам хочу пойти в паломничество. Господь Чайтанья уже ничего не мог сделать. Да? Вот, но когда они перешли, вышли из Шрикшетры, да, за пределы Джаганнатхапури и окрестности Джаганнатхапури, когда он пересек уже границу Дхамы, то есть он нарушил свой обет, да. Он дал обет никогда не оставлять Дхаму. Когда он ушел из Дхамы, Господь Чайтанья повернулся к нему и говорит, ну что, ты доволен? Ты показал свою решимость, нарушил свой обет, молодец. Но если ты меня любишь, отправляйся назад и продолжай служить Тота Гопинатхе. И как это не было больно Гададхару Пандиту, он пошел на это, да. Ну, то есть вот такой пример полного самопожертвования ради служения Господу. И в этом заключается чистая любовь. Почему? Именно потому, что преданный испытывает такое наслаждение в служении, что такой нектар, что ему уже ничего другого не надо. И это то, что дает движение сознания Кришны всем людям. Потому что люди даже не понимают, да, что это такое. То есть какие-то книги мы им даем, которые, ну, без специального образования даже понять невозможно, да? Даже преданные не могут понять. Зачастую пытаются прочитать, да. И ум ломается в какой-то момент и отключается, да? Вот, Хари Кришна Махамантра тоже, да, вот, по 16 кругов. Минимум, да.
надо себя заставлять и так далее, и так далее. Вообще очень странно, да. Столько всего непонятного, зачем мы это делаем. Но тем не менее, душа прекрасно знает, что это именно то, что надо делать. И поэтому мы получаем вкус нектара, который мы не смогли бы найти больше нигде. И по сравнению с сознанием Кришны уже невозможно найти ничего похожего. Именно поэтому и люди привлекаются сознанием Кришны, хотя даже не понимают этого сами, да, до конца. И даже я подумал, что преданные за 50 лет своей истории столько ошибок насовершали, причем очень серьезных ошибок. Я знаю какие-то другие религиозные организации, и некоторые из них полностью запрещены, как секты, да, во многих странах из-за каких-то ошибок. Но по сравнению с нашими ошибками, их ошибки — это просто детский сад. Да? Те ошибки, которые мы совершали, то есть, их в 10 раз более чем достаточно, да, чтобы полностью вообще запретить сознание Кришны везде, да, как очень опасную секту. Но происходит какой-то мистический момент, как казалось бы, да, что люди просто, как кажется, забывают обо всех наших ошибках, да, которые мы совершаем, и по-прежнему относятся позитивно к сознанию Кришны, да? Как будто Господь Чайтанья всех просто покрывает такой йога-майей. Вот это... Но, безусловно, это не является стимулом к тому, чтобы продолжать какие-то ошибки совершать. Джаганат Бхадев Субхадра Майя Киджай. Потому что ошибки нам все-таки серьезно мешают. Надо просто показывать, насколько велика милость Господа Чайтанья для жителей Кали-юги. И несмотря ни на что, движение развивается, оно продолжается. Хотя, уже... 108 уже было причин, да, к тому, чтобы движение вообще полностью остановилось раньше. Сейчас уже преданные стали более зрелыми, и поэтому зрелые преданные привлекают к себе уже изначально зрелых людей, да. То есть бремя естественным образом способствует тому, что все движение прогрессирует. И поэтому единственное, что нам надо, это придумывать все новые и новые способы, каким образом дать почувствовать вкус этого нектара как можно большему количеству людей для удовлетворения Господа Чайтанья. Хари Кришна. Есть, может, какие-то вопросы, дополнения? Матаджи. Хари Кришна. Одна наставница сказала, чтобы я на работе своим примером, да, распространяла сознание Кришны. Но я не очень понимаю, как своим примером. Или, может быть, все-таки проповедовать лучше. Угу. Безусловно, что и пример, и проповедь, еще Матаджи, да, хотел задать вопрос. И пример, и проповедь, они одинаково помогают, но безусловно, что пример очень важен. То есть какой пример? Во-первых, преданные должны быть счастливыми, да? То есть в России вообще замечено, что люди мало улыбаются, да? Такие, как мой духовный учитель. В аэропорту мы один раз сидим, он говорит: а чего они такие все хмурые, такие все суровые какие-то, да? Что-то случилось? Может, мы им не нравимся? Я говорю: нет, гуру, мы хорошо, у них жизнь тяжелая.
Поэтому они все сидят такие. Да. Вот, но преданные должны показывать пример счастья в сознании Кришны, да, потому что на самом деле у нас столько много причин быть счастливыми, потому что Кришна о нас заботится так, как, ну, он вообще ни о ком не заботится, да. То есть люди для того, чтобы что-то получить, они вообще костьми ложатся, да, выгрызают себе какие-то блага в жизни. А кто заметил, что с тех пор, как вы начали практиковать сознание Кришны, вам все стало очень легко даваться? Вот. То есть наше положение, да, по сравнению с положением материалистов, оно настолько лучше, и поэтому у нас 1000 раз больше причин для того, чтобы быть счастливыми. Да. Вот. И, соответственно, позитивное отношение ко всем, да, как частицам Кришны. Угощать, то есть можно там просадом, еще чем-то, ну, что-то хорошее для людей в сознании Кришны давать, что-то делать для них, да. Потому что это очень, это на самом деле самая большая проповедь, когда мы сами счастливы в сознании Кришны и делимся этим счастьем с окружающими. Как в одном городе в Северной Калифорнии, это, ну, место явления моего духовного учителя, город называется Пало-Альто. Ну, такой необычный город, потому что, например, ну, он маленький относительно, да, там несколько десятков тысяч людей живет, но он дал миру очень знаменитых людей, множество знаменитых людей, да, то есть Стив Джобс там родился, например, да, который основал фирму Macintosh, Apple, Марк Зукерберг, основатель Facebook, он тоже оттуда и так далее, и так далее, там много разных знаменитостей. И, соответственно, ну, вообще Калифорния – это самый богатый штат. То есть там бедные люди вообще не могут жить. Там такие цены на все, что бедным автоматически там делать нечего. Поэтому там все очень богатые, успешные люди. И этот город особенно плодотворный в этом плане, что он дал миру таких вообще супер успешных людей во многих сферах. И поэтому, ну, преданные, они харинамы устраивают выездные из Сан-Хосе, и они ездят периодически по разным городам, и в Пало-Альто тоже заезжают. Вот они спели харинаму, и подходит к ним какой-то человек, говорит: ой, спасибо вам большое, что вы так вообще позитивно Бога представили. С песнями, с танцами, с улыбками, еще угостили чем-то. А то, говорит, мы так устали, вот там проповедники приходят, там вот вы в ад пойдете, то есть там и так далее, начинают на нас бочку катить. И они просто на контрасте чувствуют, да, что вот настоящие духовные люди, они счастливые, и они делятся позитивом. Да, вот Бог – это позитив. А то тут проклинают, ругают, то есть, и, ну, кому это понравится. Да? Вот и поэтому тот позитив, который преданные несут с собой, он и есть самая лучшая проповедь. Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой корыстный вопрос, но давно любопытно. Почему, если у полубогов все есть, они такие развитые, почему они зависят от жертвоприношений, которые проводят люди? Мы часто читали истории, что вот проводятся, они там все слетаются, а если не проводятся, они начинают там страдать. Ну да, даже богатый человек зависит от того, насколько хорошо его бизнес работает, насколько он приносит дивиденды. То есть, ну да, полубоги – это такие, ну, если аналогию привести пример, это такие супербизнесмены, да, на которых работают, на которых работает особенно земля, да, потому что именно земля является такой планетой свободного выбора,
да? И поэтому на земле люди могут поклоняться Господу или не поклоняться, да? Могут быть или преданными, или материалистами. Вот. И, соответственно, ну, полубоги они не могут. То есть они уже, ну, работают на Кришну, да? Уже все, они там часть в штатном расписании у Кришны. То есть, ну, там, полубог-атеист – это что-то такое вообще странное, да? Все равно, что верующий коммунист. Вот, такого не бывает. Вот, но на земле у людей есть выборы, поэтому если люди занимаются духовной практикой, они проводят яги, и полубоги получают с этого дивиденды свои. То есть это тоже их проповедь, да, участие в ягьях. И, соответственно, если яги нет, ну, у них бизнес страдает. То есть не то, что они там лишаются всего, но тем не менее, да, их это... Ну, даже самый богатый человек, он все равно беспокоится из-за того, что какая-то часть его бизнеса перестала функционировать нормально. Что свою долю потеряли, да. Включите. Наверх, наверх, да. Спасибо. Я хотела спросить, вот если у нас, ну, если мы там общаемся с внешним миром, например, там на работе, еще там где-то, и у нас есть такая, не знаю, у меня, например, такая склонность есть, возможно, она в других есть, когда мы до какого-то времени, очень часто со многими людьми, мы не раскрываем, что мы вайшнавы, например. И вот я не знаю, как с этим бороться, то есть как вот обрести эту смелость, говорить ну, всем людям фактически сразу, что ты вайшнавы, ну, как бы, чтобы это было, ну, чтобы они знали, на самом деле, ну, хотя бы это тоже будет проповедь. То есть я вот замечаю, что, ну, те люди, которые даже не знают, что я вайшнаве, они все равно какие-то там, ну, замечают, что, ну, какой-то другой человек совсем. Но мне, например, для ну, в некоторых случаях мне не хватает просто смелости, вот, там, зовите, ну, особенно вот на работе. Как это делать правильно? Можно, конечно, говорить не то, что мы должны скрывать, но совсем не обязательно всем сразу все говорить. Потому что, ну вот я подумал, есть еще одна такая духовная организация, масоны. И вы никогда в жизни не узнаете, кто масон, кто не масон. Да? Вот. И в масонскую ложу, ну, как бы не так легко попасть, да, это считается большой привилегией. То есть они себя не рекламируют. Даже не... Ну, вот единственное место, где я видел вывески масонских лож на планете вообще, ну, вот где я побывал, это Лос-Анджелес. Ну, там вообще все открыто. Вот. А больше нигде, то есть они себя никак не афишируют, даже невозможно вывеску увидеть. Вот. Но тем не менее всем это интересно, да, потому что деятельность этих людей интересует. То есть, но мы так очень активно себя рекламируем, вот, но иногда это оказывает такой эффект антипроповеди, да, что слишком уж навязчиво себя рекламируем. И люди так теряют интерес. То есть совсем не обязательно всегда себя там рекламировать, что вот я в сознании Кришны и так далее, и так далее. То есть пускай догадываются, не страшно. Но давать им просад, то есть как бы и делиться знаниями, да. Можно даже мантру дать. Например, ну вот Аударья-дхама, ну, его даже иногда обвиняют в этом, что он к
как считается, не проповедует. Почему? Потому что он не произносит слово Кришна, да? Как правило, я не знаю, может, сейчас уже начал произносить в своих лекциях, да? Вот, то есть он принципиально не говорит Кришна. И один раз, ну, я услышал о том, что вот, там он не проповедует, потому что он о Кришне ничего не говорит. Ну, я решил его лекцию послушать, ну, то есть в интернете нашел что-то. И там через предложение Бхагавад-гите говорится то-то, Бхагавад-гите говорится это, прям цитирует Бхагавад-гиту. Я думаю, подождите, кому он обращается, к преданным или кто там вообще? Новые люди совершенно, но Бхагавад-гиту цитирует прямым текстом. Но при этом про Кришну не говорит, да? Вот. Ну, то есть, надо иногда применять, то есть быть разборчивым, да? Когда кому что говорить. Вот. Нандалал, да? Думаю. Спасибо, Махарадж. С прошлой лекции еще остался вопрос. Вот и тоже сейчас тема продолжается. Это вот как нам в доступной форме ответить людям, вот какая от вас польза вот на этот вопрос? Какая от вас реальная польза? Вот общество вообще. Какая от нас польза спрашиваю. Обществу? Да, очень хороший вопрос. Мы помогаем людям поменять сознание. То есть само название общества, сознание Кришны. Да? Кришна – это Верховный Господь. То есть мы даем людям возможность развить самый высокий уровень сознания, божественное сознание. Вот. И, соответственно, следующий вопрос возникнет. Ну и что из этого? Да? Что если у людей повысится уровень сознания? Да? То есть все проблемы, которые есть в обществе, они из-за того, что у людей низкий уровень сознания, да? Алкоголь, наркомания, преступность, убийства, депрессии, стрессы, то есть, ну, куча проблем. Все из-за низкого уровня сознания. Вот. И у нас есть технологии повышения уровня сознания, да? То есть, например, прасад, святое имя, общение, духовное знание, посещение святых мест и так далее, и так далее, и так далее. Все это разные технологии, предназначенные для повышения сознания, да? Уровня сознания. То есть мы самую главную пользу приносим. Окей, последний вопрос. А что там, гопи? Микрофон можно. Часто сталкиваемся с тем, что сознание Кришны называют сектой. Насколько я знаю, мы зарегистрированы в Минюсте, да, как организация. И дает ли нам право вот эта регистрация в государственных органах подавать в суд на тех, кто говорит, что это секта, особенно если это какие-то письменные заявления? Недавно был случай у моей матаджи из моей группы. Девочка учится в школе, им дали тест с вопросом, психологический тест. И там был вопрос... как состоите ли вы в какой-нибудь секте, в скобках готы, сатанисты, кришнаиты? То есть мне кажется, за это вполне можно суд подать. Угу. Ну, в принципе, да, потому что само слово секта, насколько я знаю, оно не признано официально, то есть как бы есть новые религиозные течения, есть традиционные религии, да, традиционные, нетрадиционные, то есть такого определения даже как секта, по-моему, в законодательстве нету. Вот. Ну, то есть это все пропаганда наших друзей. В принципе, да, можно. Можно это использовать как возможность для проповеди. Хари Кришна. Спасибо всем большое. Грандрад Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Гаура Премананде. Похоже, начинается завтрак. Джаганнат Гаура Бхактавринда Ки Джай.